Ценность мероприятий, представленных на сегодняшнем саммите, реализованных компанией Metinvest в городах присутствия, состоит в том, что они лучшим образом иллюстрируют системный подход компании к устойчивому развитию. Этот термин, придуманный несколько десятилетий назад, сегодня в Украине имеет особенную важность. Он подразумевает устойчивый и сбалансированный подход в развитии трех составляющих – экономической, экологической и социальной. И те проекты, о которых мы говорили сегодня, они как раз иллюстрируют все три направления в равной мере. Участие частного бизнеса в подобного рода формах позволяет заявить о себе, рассказать о себе, позволяет установить публичный контакт с партнерами, позволяет установить контакт с представителями власти, позволяет презентовать свои проекты инновационные и, самое главное, дает возможность рассказать о себе более подробно. Подобные мероприятия важны для бизнеса. Они важны благодаря тому, что мы используем саммит в качестве площадки. Площадки, где можно обмениваться опытом, делиться нашими мыслями в отношении тех или иных направлений развития. Это, по сути, такой диалог, где каждый может высказываться о планах, о перспективах и в свободной форме обмениваться идеями, предложениями, что в целом способствует развитию бизнеса. Взаимоотношения, которые устанавливаются между компаниями и общественностью, жителями тех мест, где развивается бизнес, где устанавливаются отношения с представителями местной власти, позволяют понимать, чем живет среда, в которой развивается и реализуется проект, понять проблемы, позволяет изучить причины этих проблем, для того, чтобы можно было выработать алгоритмы оптимальных действий, для того, чтобы инвестиции, которые будут реализованы в том или ином проекте, сделали эти проекты успешными. Если говорить о важности подобных мероприятий для регионов присутствия, мы развиваем наши проекты в разных регионах. Это и Запорожская область, это и Донецкая область. Очень важно доносить планы и до общественности, и до коллег в правительственных органах, в местных органах, для того, чтобы мы синхронизировали наши действия, для того, чтобы опыт реализации проектов в одних областях успешно использовался в других областях. И это, безусловно, возможность продемонстрировать, что мы уже успели сделать к настоящему моменту времени и что мы планируем сделать в ближайшие годы.